Я обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории Украины. Rusya Azadlığı Legionunun bölmələrindən birinin komandiri Rus hərbçilərinə əllərində silahla Ukrayna tərəfinə keçməyə çağırış edib. Yuniyana istinadla xəbər verir ki, video müraciəti Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi dərc edib. Fevralın 24-də mən və mənim bölməm diktator Putinin cinayət əmrinə əməl edərək müstəqil Ukrayna ərazisinə daxil olduq. Başa düşdüm ki, biz açıq aydın bura xoş niyyətlə gəlməmişik. Bizi burada gülçiçəklə heç kim gözləmir. Əksinə, bizi qovub faşist adlandırırlar. Hərbçi yoldaşlar, Putinin cinayət əmrinə əməl edərək ən böyük səhvi siz edirsiniz. Fevralın 27-sində Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin köməyi ilə mən və mənim bölməm xalqı faşistlərdən həqiqətən qorumaq üçün Ukrayna tərəfinə keçdik. Sizin hələ də vəhşilikləri dayandırmaq imkanınız var, deyə o bildirib. Я обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории Украины. Представляться и говорить, в каком подразделении проходил службу, не буду, по понятным на то причинам. Скажу лишь одно. К вам обращается русский офицер. 24 февраля, как и все вы, я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли сюда явно не с благими намерениями, и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами и как освободителей, а напротив. Нас проклинали и называли фашистами. Товарищи военные, выполняя приказ диктатора Путина, вы совершили ужаснейшую ошибку. Большинство из вас это знает. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народ от фашистов. У нас еще есть возможность прекратить бесчинство на территории Украины. Нам, настоящим русским воинам, высшее военное руководство Украины разрешило создать подразделение числа перешедших на сторону Украины. Мы уже выполняем задачи вместе с нашими братьями-белорусами и украинцами. Братья, я призываю вас очнуться. Вступайте в наши ряды и присоединяйтесь к легиону «Свобода России». Только вместе мы сможем спасти Россию от унижения и разрушения. Только вместе мы спасем наш народ.